Опа, опа, опа. Жоя. Не грызем картины, Жоя. Это откатывай его. Откатывай. Ой, Жоя, я села. Можешь идти? Все. Я уже наубиралась. Протянула ноги. Ну. Жоя. Да иди уже, иди. Иди. Иди сюда, иди, иди. Ну, иди, иди, иди. Давай, 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 давай. Давай, можно, Жоя, можно, иди. Иди, давай. Жоя. Ну, не хочешь, не надо. А мог бы папу погонять. Не он. Лучше картины. До картин далеко. Смотрите. Диван легко. Жорик. Ну. Жоя, за папой? Посмотри, у него белые кроссовки, Жоя. Ну. Что это? Да, да. Вот так. Да. Я думаю, Жорик, точно так же. Это коты? Коты что-то свалили. Возмущен до предела. Жоя, все, хватит, хватит, хватит. Ну ты им все уже сказал, все сказал. Ангельский голосок, конечно. Все котам сказал. Иди посмотри, что они там сделали. Ходи. Я вот жду, когда он летать начнет, Вадик. Как будет этот истребитель по дому носиться? Иди уже, иди, иди. Психушка. Кто психанул? Это будут все те полеты над гнездом кукушки. Легла, а? Жой. Требует к себе внимания. Иди ко мне, иди, мой принц голубых кровей. Давай. Почему мама не может отдохнуть? Скажи мне, пожалуйста. Ну. Так хотелось, понимаешь? Так хотелось. Ой. Мой птиц. Мой красавец. Да. Вот он. Такие перышки. Наши там. Да. И тут. И тут, и желтенькие. О, нет, ну у нас крылья, конечно. Так, коты, что вы там скинули? Ты чего чешешься? Мы тебе только все сделали.
У тебя не должно быть блох. Где ты их взял? Кстати, заставляет меня, чтобы я ее гладил. Гладил. Руку, да. Подсовывает голову. Так. Звонит Олег Алексеевич. Сейчас. Жоя, я для чего поднялась? Иди. Ну, иди сюда, пожалуйста. Жоя. Ну. Птичка. Птичка. Ну, иди уже, иди. Ну, Жоя, ну не капризничай. Ну, почему я должна вот это вот к тебе тянуться, понимаешь? Сено к Эуи не ходит, Жоя. Вот, смотри, Кира взяла и пришла к папе. И он ее гладит. Хотя, в принципе, хотел интернет посмотреть. Но она вообще там, по-моему, слушай, она заснула, мне кажется. Вот сейчас перестану гладить. Начнет. Вадик. Боже, вы, по-моему, оба перепугались. Эй. Укусила? Ну, чуть-чуть. А нечего переставать гладить. Жоя. Давай вот все то же самое, только не кусаться. Вадя, ты сейчас на телефон наступишь на свой. И скажи, что птица, ты понимаешь, что вот одному ласка нужна, характер, что второй ласка нужна. И каждый выбрал себе. Мы вас для чего соединяли? Угу. Для того, чтобы вы между собой как-то уже вот это вот. А вы что? У мамы и у папы есть пара. 35 лет вместе. Вот льнет тоже. Жоя, упадешь сейчас так. Кия, а что там нахохлилась так? Оп, оп. Тук-тук. Какой-то стук, да, Кия? Такой хохолок поднимет, хохолок опустит. Сразу бам, упирается. А, Только посмотрела на меня. Только посмотрела, сразу бам, клювом вниз. Жоя. Голову упер и все. Да вообще, ну посмотри какой. Зык-зык-зык, теперь тебе звонят.